новая работенка. Почти новое. Почти. За исключением, конечно, того буса. Еле-еле тянет прицеп с трактором. Короче говоря, пневматическая торпеда. Пробиваешь, вырываешь два приянка. С двух сторон. С одной стороны загружаешь торпеду, она пробивает, ну скажем так, грубо, отверстие в земле. И потом в него прокладываешь трубу, и по трубе уже идут коммуникации. Этот экскаватор на мне, ну на нас, вот, бригада два человека. Бус пока чужой. Фирма XCOM. Бус пока чужой, с другой бригады, они, у них пока работы нет, мы взяли. Ну вот пока все. И вот эта торпеда должна вылезти отсюда. В общем, пока еще сказать нечего. Второй день только здесь работаю.